Luma Ventures развивается в пространстве блокчейн-технологий. Лондонская технологическая блокчейн-компания CoinFirm получила $700 000 финансирования от венчурной фирмы Luma Ventures и открыла свой текущий раунд для других инвесторов. CoinFirm отмечают расширение Luma Ventures в пространстве технологий блокчейн. Не будучи широко известными в США или Великобритании, Luma Ventures проводит транзакции в объеме свыше $1 млрд. Генеральный директор и сооснователь CoinFirm Павел Кусковский прокомментировал: «Мы растем очень быстро, и нам необходимо расширяться, чтобы оставаться ведущей компанией и укреплять свои позиции на международном рынке».